Всем привет, друзья! За несколько часов на странице One Love School у вас стало более 10 тысяч подписчиков, и я хотел бы прояснить некоторые моменты. Здесь я буду учить вас понимать отношения, проблемы в отношениях, как справляться с этими проблемами и как становиться счастливыми. Есть одна замечательная фраза. Почему, если тебе понравился человек, нельзя просто взять и забрать его к себе домой? Можно. Просто нужно научиться делать так, чтобы человек сам этого захотел. Но прежде всего я хочу, чтобы вы научились уважать себя, свои чувства, свое отношение к другому человеку, потому что если он этого не ценит, значит, вы что-то делаете не так. И я хочу, чтобы вы были готовы к тому, что знание людей, умение их понимать, обращать внимание на детали и мелочи не принесет вам большой радости, но принесет вам определенное четкое понимание того, где вы находитесь в системе координат другого человека. Вы можете назвать это игрой, но я хочу, чтобы вы научились мне побеждать. Я хочу, чтобы вы были причиной своего собственного счастья, а не результатом чьих-то ошибок. Если вы готовы к этому, добро пожаловать.